Привет! Это канал Мастер Форум. С вами Алексей Мяснянкин. Сегодня тестирую две аккумуляторные пилы. DeWalt серия FlexVolt и пила Milwaukee. DeWalt на 54 вольта. Вот она батарейка полностью заряженная. Milwaukee 18-вольтовая. Вот она батарейка тоже полностью заряжена. Запас энергии, если в ватт-часы пересчитать, у обеих пил одинаковый. Потому что емкость 12 ампер-часов при 18 вольтах у них у обеих одинаковая. Вот посмотрим, что, собственно говоря, они покажут в работе. Пилить будем вот такой вот пакет. 6 кусков бруса сотки, сложенные 2 на 3. Причем пилить будем под нагрузкой, так, чтобы хорошо нагрузить пилу под максимальной и на скорость, и на количество резов. Посмотрим, сколько резов пила сделает. Предположительно, либо нагреется аккумулятор, двигатель будет отключен, система безопасности, либо он держит такой ток и не разрядится. Точнее, не перегреется и будет работать до полного разряда. Вот и поглядим. Заправим маслом. Масло мы одинаковое будем использовать. Нанотековское. Чуть-чуть многовато лимонного. Придется, наверное, вытереть. Сейчас. Потому что прольется. Чуть-чуть сольем в опилке. Перебрали. Ну, только что расход масла нецелевой. 20 капель масла ушло в мусор. Какая досада. Сгорит с дровами. Начало. Так. Масла полно. Мы готовы. Мы за безопасный тест, как известно. Поэтому перчатки, как минимум, очки обязательно. Ну что, погнали? Еще два индикатора из трех горят. Батарейка на ощупь холодная, но внутри может быть уже горячая. Сейчас посмотрим. Давай покажем индикаторы. Во. Thank you.
два индикатора. О, батарейка нагрелась. Ну, на 22-м ризе. Батарейка нагрелась, и защита начала ее открыть. Перегрев батареи. А теперь перезарядим брус и попробуем мелоки. А теперь мелоки тоже заливаем маслом. Постараемся не перелить, как в DeWalt. Так вот. Хорошо. Батарейка полная, цепь наточена, масло есть, брус заготовлен, погнали. Начало 14-го реза, да. Нет, батарейка холодная полностью, но вот, это индикация. Снизу. А, что-то цепь, да. Попал. Цепь попала на сучок, наверное, ее. Можно любой вытащить, да? Да, нет, цепь нормально. Цепь норм. Вот она ходит. Цепь в порядке, это индикатор, вот он. Вернее, аккумулятор. О. Может, перегрузка, ну-ка попробуем дальше.
у нас показывает батарейка. Батарейка опять показывает, что с ней что-то. Но она поднагрелась слегка. Интересно. Сейчас. 20-й рез. И система нас останавливает. Ну, видимо, перегрев, наверное, все. Логично предположить. Батарейка не 20-й рез, примерно сопоставимо. Вот оно. Батарейка. Ну, батарейка такая, ощутимо теплая, даже горячая слегка. Значит, нагрелась. Судя по всему, перегрев внутри. 20 резов на 20-м резе. Ну, практически тот же результат. Обе батарейки горячие, конкретно горячие. Объем работы выполнен примерно одинаковый, около 20 резов. Каждая нагрузка, ой-ой-ой, я устал. И разница получается у нас, если это работает на 54 вольтах, 4 ампер-часа имеет аккумулятор на этом инструменте, то здесь 18 вольт и 12 ампер-часов. Ну, в общем-то, низкий вольт – это 18 вольт. Это оно так херачило на 18 вольтах. Так что низкий вольт может уже не смущать. Как говорится, маленький вольт можно компенсировать большим ампером. Видимо, нормальные парни уже научились это делать. Правда, чтобы ампер был большой, надо, чтобы концы были толстые. Я про только ведущие шины, если что. С вами была тестовая команда «Потребитель». Подписывайтесь на наш канал. Впереди много всего интересного. Еще какой-нибудь тест проведем. Спасибо.